В рамках рабочего визита в Северный Казахстан мажилисмены Куаныш Султанов и Маулен Ашимбаев посетили ТО «Молпродукт». Они познакомились с процессом производства и продегустировали напитки петропавловского предприятия. Денис Сивков продолжит. ТО «Молпродукт» в Петропавловске открылось в 1998-м. На предприятии работают 200 человек. Выпускают соки, молочную и кисломолочную продукцию. Кстати, последнее направление освоили только в прошлом году. Уникальность нашего завода – это высокотехнологичное оборудование, которое можем позволить себе сроки хранения нашей выпускаемой продукции до 9 месяцев хранения. Вышли уже кисломолочные продукции Российской Федерации вместе с молоком. Теперь наши дальнейшие планы – хотим выйти в Китайскую Народную Республику. Всего на заводе выпускают 40 наименований продукции. С процессом производства знакомят мажилисменов Куаныша Султанова и Маулена Ашимбаева. Вот в этом цехе фасуют молоко. Здесь 7 специальных автоматов шведского производства. Оборудование современное, полностью компьютеризированное. В этом цехе установлены 12 танкеров для хранения молока. Один высотой почти с трехэтажный дом. В нем можно хранить до 30 тонн продукции. 5 институциональных реформ Нурсултана Назарбаева по развитию нашей экономики, они предусматривают прежде всего улучшение качества жизни населения. Завод «Молпродукты» имеет очень интересную перспективу, и продукты его поставляются не только для наших жителей, в соседнюю Россию, оказывается, пользуются очень хорошим спросом. Сырье закупают не только в нашем регионе, но и в Акмолинской области. В сутки могут переработать до 500 тонн. Сейчас завод загружен на 80%. В завершении экскурсии по предприятию мажилисмены продегустировали продукцию. Денис Сивков, Михаил Казначеев, новости МТРК.